Сколько себя помню, я рисую. Жизнь – самая интересная картина, которую я создаю каждый день. Могу точно сказать то, что по восприятию жизни я художник. Это выражается во всех сферах моего пути. Художник – это прежде всего образ жизни, путь сердца. Иногда мне кажется, что с детства я не училась рисовать, а будто вспоминала, как это делается, будто всегда это умела. Я пишу картины по принципу «не копируй, а создавай». Это сейчас и девиз моей арт-студии. Зритель выбирает картину сердцем. Либо он чувствует, либо нет. Меня вдохновляет изучение человека со светлой стороны и со стороны темной. Человек живет на контрасте, он парадоксален в своей сущности. И когда я пишу портреты, я пытаюсь понять вдохновителя, прочувствовать его, чтобы донести каждую деталь, каждую эмоцию, особенность до своего зрителя. Иногда я беру холст, кисть и позволяю рукам чувствовать. Я не догадываюсь, что из этого будет. Я просто доверяюсь подсознанию. И тем самым выношу то, что сидит внутри, что скрывается от меня самой. Так я лучше узнаю себя. Меньше думай, больше чувствуй. Порой наши чувства говорят намного больше, чем нам кажется. И чтобы это доказать, я создала арт-перформанс, где ставлю над собой эксперимент рисования закрытыми глазами. Это еще больше расширяет представление людей и вдохновляет их на что-то новое. А также я расписывала танцующих людей на сцене, составляя их в общую картину. Все это дарило не только новый опыт, но и незабываемые эмоции всем – зрителям, авторам, артистам. С детства я хотела протоптать дорогу туда, где еще никого не было. Если ты сам будешь верить, что твое искусство несет энергию, оно уникально, оно имеет ценность, то и люди будут это чувствовать. Искусство должно разрушать любые стереотипы. И когда ты выходишь за рамки, разрешаешь себе быть собой, то жизнь становится интереснее.